Сегодня в сырную полицию поступила жалоба на самое сырное место в Петербурге. Ресторан «Дело в сыре» подозревается в предоставлении потребителю 35 граммов раклета вместо заявленных 70. В ходе внеплановой выездной проверки было выявлено, что сыр, называемый раклетом, выглядит очень-очень стрёмно. Для чистоты эксперимента было произведено взвешивание порции сыра, которая заявлена как 70 грамм. В результате чего обнаружено, что порция составляет 60,9 грамм сыра вместо 70. Также в ходе проверки качества сыра было выявлено, что данный сыр ни по внешнему виду, ни по вкусу не похож на раклет. На основании проведенного исследования следует сделать вывод, что корнер «Дело в сыре» на пятом этаже в галерее предоставляет гостям сфальсифицированный продукт. Сырная полиция крайне не рекомендует употреблять блюда с раклетом в корнере «Дело в сыре».